Здравствуйте, с вами рядом Андрей Ракицкий. Устройтесь поудобнее. Поза должна максимально способствовать расслаблению и отдыху. Давайте попробуем избавиться от мышечных зажимов. Их создает наше тело, аккумулируя в мышцах боль и негативную энергию, с которой мы сталкиваемся в своей жизни. Эти зажимы представляют собой постоянное неосознанное напряжение определенных групп мышц. Освобождаясь от зажимов, вы освободитесь от негатива. Это естественный и самый короткий путь к полноценному расслаблению, отдыху и включению в организме процессов саморегуляции. Для снятия зажимов вам нужно поочередно сосредотачиваться на определенных группах мышц и расслаблять их в определенной последовательности. Расслабление должно быть быстрым, резким, как сброс. Во время сеанса мы будем дышать особым образом, на 4 счета. Помните, что вы можете закрыть глаза в любой момент времени. Сейчас медленно наберите воздух в легкие. Задержите воздух, спокойно считая до 4. Точно так же на 4 счета выдохните. И на 4 счета снова задержите дыхание на выдохе. Очень хорошо. Итак, мысленно считая до 4, снова сделайте медленный вдох. Задержите дыхание. Выдохните. Снова сделайте паузу. Дышите в этом ритме и темпе. Вы успокаиваетесь. Уходит напряжение и подспудная тревога. Отступает дневная суета. Организм настраивается на отдых. Он как будто бы немножко замедляет свою работу. Тело тоже потихонечку начинает расслабляться. Сейчас мы избавимся от мышечных и эмоциональных зажимов в вашем теле. Достигнем состояния глубокого, полного расслабления, которое обеспечит полноценный отдых и восстановление сил. Сейчас, продолжая дышать на 4 счета, сосредоточьте свое внимание на задней поверхности шеи. Вы наверняка чувствуете здесь невольное напряжение и усталость. Зажим в области шеи – это телесная реакция на тревогу. Давайте избавимся от него. Напрягите мышцы задней поверхности шеи. Досчитайте до 4. И резко расслабьте эти мышцы. Вы чувствуете? Напряжение ушло. Если нет, повторите это упражнение. Хорошо.
Теперь мышцы шеи расслаблены и спокойны. Давайте точно так же поступим и с зажимом в области нижней части лица. Тут напряжение создает накопившаяся негативная энергия, раздражение. Напрягите мышцы нижней части лица. Досчитайте до 4. Резко расслабьте. Почувствуйте, как ушло напряжение. Повторите упражнение, если это необходимо. Мы продолжаем дышать на 4 счета. Вы не забыли? Медленный вдох. Задерживаем дыхание на вдохе. И досчитав до 4, медленно выдыхаем. Пауза на выдохе. Все идет хорошо. В течение всего сеанса мысленно считайте до 4. Это ритм полноценного расслабления. Давайте продолжим избавляться от зажимов. Сейчас сосредоточьтесь на своей спине. Тут обычно бывает очень много очагов напряжения. Почувствуйте их. Сейчас мы от них избавимся за 4 секунды. Напрягите мышцы спины и удерживайте напряжение, медленно считая до 4. Резко расслабьте. Напряжение исчезло. Вместо него появилось приятное ощущение тяжести. Заметьте, что вместе с зажимами уходит внутреннее напряжение. А на душе становится спокойно и тихо. Теперь точно так же, считая до 4, напрягите и расслабьте мышцы брюшного пресса. Не забывайте, что расслабление должно быть резким, быстрым. Делайте расслабление так, как будто сбрасываете с себя тяжелый, неприятный груз. Хорошо. Когда зажим исчезает, вместо напряжения, дискомфорта, появляется приятное ощущение тяжести и тепла. Теперь напрягите мышцы ягодиц, удерживайте напряжение, сбросьте. По мере избавления от зажимов, ваше тело расслабляется все больше и больше. Вы чувствуете приятную тяжесть и тепло. И в области задней поверхности шеи, и в нижней части лица, в спине, в передней поверхности живота, в ягодицах. Давайте уберем зажимы из рук. Начнем с кистей. Напрягаем и удерживаем напряжение мышц кистей рук. Сбрасываем. Давайте повторим еще раз. Напрягаем. Раз, два, три, четыре. Сбрасываем. Очень хорошо. Теперь все руки целиком. Напрягаем. Раз, два, три, четыре.
сбрасываем напряжение. Не забываем дышать на 4 счета. Медленный вдох. Задержка. Выдох. Пауза. Вдох. Задержка. Выдох. Пауза. Отлично. Сосредоточьтесь на бедрах. Напрягите их и удерживайте напряжение, пока не досчитаете до 4. Резко броском расслабьте. Теперь точно так же поступим с зажимами в икроножных мышцах и стопах. Напряжение. Сброс. Давайте еще раз. Напряжение. Резкое расслабление. Почувствуйте, как по мере освобождения от мышечных зажимов расслабилось ваше тело. Как оно стало тяжелым и теплым. Как вместе с мышечным напряжением ушло и напряжение эмоциональное. Теперь вы полностью и полноценно расслабились. На душе спокойно и тихо. Организм работает надежно и уверенно, без всякого напряжения. Закрывайте глаза, если вы до сих пор еще этого не сделали. Сейчас каждая клеточка вашего тела наполнена покоем и тишиной. Дыхание стало глубоким и размеренным. Мысли вялы, расплывчатые. Лень думать, лень двигаться. Все тревоги и заботы ушли. Остался только покой. Ваш организм работает идеально правильно, подчиняясь только законам природной гармонии, высшей целесообразности. Оздоравливается работа всех внутренних органов, становятся активными процессы саморегуляции и самоисцеления. Оживает обмен веществ. Активизируются процессы омоложения. Костный мозг во всех костях вашего тела начинает работать все более и более энергично. Он управляет жизнедеятельностью всех костных клеток. Активность костного мозга направлена на омоложение костной ткани, на сохранение способности костей к росту. Ваш костный мозг вырабатывает здоровую, молодую кровь, горячую и энергичную, все более и более юную, способную преобразить все ваше тело, сделать его молодым
и здоровы. Обеспечить идеальное, полноценное питание для каждой клеточки вашего организма. Костный мозг во всех костях тела молодеет. Он вырабатывает все больше и большее количество эритроцитов. Кровь омолаживается. Кровоснабжение вашего тела начинает соответствовать юному возрасту. Кровь свободно течет по кровеносным сосудам, очищая и омолаживая их, утепляя и оздоравливая ваше сердце. Все кровеносные сосуды от сердца до кончиков пальцев, рук и ног полностью открыты, свободны для кровотока. Их тонус оптимален для обеспечения наилучшего кровоснабжения всех внутренних органов, нервных клеток, костей, суставов, мышц, сухожилий, соединительной ткани, хрящей, слизистых оболочек, кожи, всего вашего организма, каждой клеточки вашего тела. Все природные механизмы саморегуляции, самовосстановления и самоисцеления набирают активность и силу. Они начинают доминировать. Ритм омоложения определяет все внутренние настройки работы вашего организма, обеспечивая постоянное и непрерывное омоложение. Ваше тело крепнет, молодеет, оздоравливается. Оно функционирует в полном соответствии с режимами жизнедеятельности, характерными для юного возраста. В костях и суставах постоянно сохраняется свободное и полноценное кровоснабжение. Это способствует оживлению в них восстановительных процессов. Точки роста костей становятся активными. Они оживают. Рост костей в вашем организме возобновляется в полном соответствии с природной программой развития молодого тела, юного возраста. Постоянно молодеющая кровь стимулирует рост костей. Все кровеносные сосуды от сердца до кончиков пальцев рук и ног полностью открыты. Во всех суставах и внутри костей вашего тела. Кровоснабжение всех суставов и всех костей вашего тела свободны и полноценны. Соответствующие возрастным параметрам 14-летнего организма. Возраста интенсивного роста костей тела. Свободное и полноценное кровоснабжение костей и суставов будет происходить постоянно. Ваш рост будет увеличиваться. К
Кровеносная сеть обеспечивает идеальное кровоснабжение, идеальное питание. Кровеносная сеть постоянно развивается, совершенствуется. В костях прорастают все новые и новые кровеносные сосуды, обеспечивая полноценное питание каждой костной клетки. Кровь в избытке обеспечивает ваше тело кислородом и всеми питательными веществами, необходимыми для роста и развития. Кровь вымывает из суставов и костей все застарелые продукты обмена веществ, все лишние отложения солей. Полноценное питание и очищение суставов и костей создают все необходимые условия для омоложения и развития, все условия для роста. В суставы возвращается молодая гибкость, эластичность и подвижность. Кости обретают первоначальную юную свежесть и упругость, способность к прогибу с сохранением своей структуры и целостности. Восстанавливается их способность к развитию и росту. Сейчас состояние ваших костей полностью соответствует природным параметрам для 14-летнего возраста. Процессы восстановления и омоложения нервных клеток, суставов, костей будут происходить постоянно, сохраняя и поддерживая способность вашего тела к росту во все годы вашей жизни. Головной и спинной мозг контролируют сбалансированную работу желез внутренней секреции. Гормоны активизируют все точки роста в костях вашего тела. Все железы внутренней секреции работают идеально правильно. Они обеспечивают оптимальную концентрацию гормона роста для того, чтобы все процессы развития и роста костей происходили постоянно. Железы внутренней секреции вырабатывают гормоны, которые стимулируют рост костей, их очищение от солевых отложений и способствуют сохранению в костях юной энергии обновления. Все шлаки и застарелые продукты обмена начисто вымываются из костей и незамедлительно выводятся из организма. Процессы самоочищения работают постоянно и непрерывно. Кости омолаживаются. Все наследственные природные механизмы, заложенные в вашем теле, направлены на омоложение и сохранение молодости. Нормализуется кровоснабжение и питание межпозвоночных дисков. В них усиливаются и ускоряются, оптимизируются процессы обмена веществ. Восстанавливается структура межпозвоночных дисков, их плотность, упругость, эластичность. Они обретают первозданный объем.
внутри позвоночника интенсивно развивается сеть кровеносных сосудов. Кровоснабжение хрящей и костей позвоночника становится полноценным, 100%, абсолютно достаточным для омоложения и роста. Сосудистая сеть в каждом позвонке становится все более и более густой. Очищение позвонков от отложений солей и застарелых продуктов обмена происходит быстро и в полном объеме. Позвоночник гораздо быстрее других костей восстанавливает способность к дальнейшему росту. Ваш позвоночник распрямляется, принимает правильную физиологичную форму. Осанка становится естественной, природной, идеально сбалансированной. В полном объеме восстанавливается и природная подвижность позвоночника, свобода его движений, без ограничений. Его способность к сгибанию вперед и в стороны, скручивание. Все суставы восстанавливают свою подвижность. Позвоночник возвращает себе природную гибкость в полном соответствии с параметрами юного тела. Это оказывает омолаживающее и оздоравливающее воздействие на кости всего скелета в целом. Способность развития скелета заложена в вашем организме самой природой и передается по наследству. Вы родились с этой способностью. Это естественно и нормально. Это полностью соответствует природной программе на долгую, молодую, активную жизнь. Все процессы омоложения будут работать в вашем организме постоянно. Они являются неотъемлемой частью глубинных наследственных настроек, заложенных природой в каждом человеке. Сейчас они вновь становятся активными. Они набирают мощь и силу. Становятся определяющими. Способность к росту восстанавливается и будет сохраняться всю вашу жизнь. Это абсолютно нормально. Все точки роста в вашем организме восстановили свою жизнеспособность и всегда будут сохранять ее. Ваш рост увеличивается и стремится к достижению идеальных пропорций для вашего тела. Идет непрерывное глубинное омоложение и совершенствование каждой клеточки вашего организма. Вы наполнены здоровьем. Вы смотрите в будущее уверенно. Вы настроены на долгую, молодую и здоровую жизнь. Сейчас я досчитаю до трех, и вы откроете глаза. У вас будет прекрасное самочувствие, состояние полноценного, 100% отдыха и физического, и морального.
чувство внутреннего обновления. И очень хорошее, легкое, спокойное настроение. Раз. Туман в голове рассеивается. В голове появляется приятное ощущение какой-то легкости, прозрачности, какого-то свечения. Пустота, окружавшая вас, исчезла, ее больше нет. Вы отчетливо чувствуете свое тело, оно отдохнувшее. И прямо сейчас начинает наполняться легкостью, прохладой, свежестью, какой-то обновленной жизненной силой, энергией. Два. На душе тоже очень легко, свободно, светло. Поднимается ваше настроение. Тело вновь начинает обретать тонус, упругость. Мышцы натягиваются, как струны. Голова проясняется все больше и больше. Все неприятные или, может быть, даже болезненные ощущения, если такие и были до сеанса, все они уже прошли. Вы прекрасно расслабились, восстановились. Сейчас замечательно себя чувствуете. Три. Откройте глаза. Сделайте глубокий вдох и спокойный, медленный